Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Дневник Домохозяйки. И сегодня мы с вами на балкончике, потому что здесь тихо, уютно. Стол, правда, у меня занят рассадой. Ну, пришли мы сюда неспроста, поскольку здесь семейный архив мой находится вот здесь, на стеллаже. Кто со мной давно знает, что у меня 65 альбомов, даже больше, наверное, же. Но речь сегодня пойдет не обо мне и не об альбомах. А сегодня я хочу поздравить свою дорогую сестренку Иру. Иришку, Ирину Николаевну. С днем рождения. Сегодня 1 апреля, несколько лет назад. Мы не будем говорить про возраст. Дата у нее не юбилейная. Паш тоже хочет, да? Иди вот сюда, забегай. Что ты тете Ире хочешь сказать? Тетя Ира, Паша хочет тебя еще поздравить. С днем рождения! Что ты ей пожелаешь, тетя Ире? Любви! Любви тебе тетя Ира желает, Пашенька! А еще что? А пистолетом-то зачем? Любовь и пистолет. Несовместимые понятия. И еще... Ну? И давай, тетя. Чтобы не было войны. О, чтобы не было войны, да, эта тема сейчас очень актуальна. Ну все, давай, беги, молодец. Поздравил тетю Иру, баб будет дальше снимать, да? Сбил меня Пашулька с мысли. Нет, я сегодня хочу поздравить мою сестру Ирину от всей души. Могу и плакать, вы знаете меня. Я очень рада, что я не одна росла в семье, да, что со мной рядом были мои, ну, и сейчас они тоже есть, моя сестра и брат. Вот, как-то мы все время вместе, семьями. Она крестная у Катюшки, у моей, я крестная мать у ее Юляшки. Ну, я считаю, что мы вообще как бы одна семья. И до сих пор так же. Во всех и в радостях, и в печалях мы всегда вместе. И это очень, конечно, радостно. Она всегда придет на помощь, какая бы ситуация ни была. Пользуясь случаем, вот хочу на весь мир сказать спасибо, Ир, тебе за то, что ты есть. За то, что ты всегда рядом. Не бросаешь никогда. Все время Катю поддерживаешь, как свою дочь. И меня. Ой, не могу. Вроде радостное событие, да, день рождения у человека. Но просто по жизни было много ситуаций. И я убеждаю, что... Хотя мы с ней разные. Вот мы с ней овны, но совершенно разные два человека. У нас разница-то всего тут немножко прям лет и одна неделя, да? Ну, у Ирины характер немножко другой. Может быть, это как-то нас... Практически никогда мы с ней не ссорили за свою жизнь. Ну, были там какие-то детские ссоры. Потому что мы с Колей очень активные такие, а Ирина, она ну, такая потише. Ну и какие-то были в детстве конфликты. Ну, чтобы таких вот ссор больших никогда вообще не было. Все время все вместе, все время сообща. И это очень радует. Я надеюсь, что так оно будет и всегда. Вот. Помню ее с самого рождения. Мне было 4 года, когда Ирина родилась. Белокурая кудряшка она у нас. Вот, смотрите. Вот такая кудряшка белокурая. Все время тихая, уравновешенная. Это мы с ней. Сейчас. Ваша домохозяйка Алла и Иришка. Коль, наверное, еще не было. Наверное, вот прям перед его рождением это фото сделано, потому что Коли еще не было. Да, не погодки с Коляней. Вот. Ну и вот сейчас сразу же вот это фото. Это мы на берегу Волги искали Николая, когда вот пропал мой брат. Ну, кто меня знает, давно знает нашу печальную историю. Мы своими силами пытались
искать. Ну, это буквально вот недавно. Она у нас молодец. Добилась всего в жизни. Училась в университете. Так у нее образование товароведа. Я где-то уже говорила в одном влоге. Но это не ее. Как она потом поняла, когда стала работать. Сказала, что это не ее. Вот. И она у нас училась в университете. Уже Юля была взросленькая. Да, Юле, наверное, было лет 5, дочери у нее. И вот она закончила у нас университет. Работала по своей, по-моему, исторический факультет, если я помню. Ну, по-моему, на историческом факультете она училась в университете. Историко-архивный, если быть точнее. Вот, много лет проработала простым специалистом в архиве. Ну и все-таки есть человек ответственный, если человек надежный. Вот теперь она возглавляет Нижегородский архив, директор Нижегородского архива. Ну, одного из архивов. Я не буду уж уточнять, какого. Вот. Так что вот так вот. Это моя сестренка. Я горжусь ей. Горжусь, что она такая. Благодарю Бога, что она есть. Жалко, конечно, что брата сейчас нет с нами. Но мы все свято верим и свято надеемся, что когда-то наша семья все-таки воссоединится. И все будет хорошо. Ладно, что-то вообще сегодня прям такое слезливое. Ир, это слезы радости за то, что ты у меня есть. В общем, больше не буду разглагольствовать. От всей души тебя поздравляю, от всей нашей семьи. Ну, конечно, там кто-то, наверное, не кто-то, я так думаю, что все позвонят. Ну, я хочу вот так вот мое такое поздравление для тебя. Также любви Паша тебе пожелал. Я тоже тебе желаю здоровья сейчас в наше время, благополучия семейного. У вас с Сашей крепкая семья, тоже зять Саши у меня. Вы с ним уже много лет идете вместе. Сейчас такие события предстоят. Юленька замуж выходит. Вот, так что здоровья тебе, сил и духовных, и физических. И всего только самого наилучшего. Все, что ты желаешь в своей жизни. Я тебя очень-очень люблю.